Нормально такая тёлка раком стоит, чё? Каждый день в GTA такое. Да вот, говорит, тебя нашел НЛО. Тут раком стоишь, смотри. Надо снять себе нахуй этого говна. Тёлка развалилась нахуй. Блять, НЛО реально нубный. А у тебя все нубные. Так, блять, сегодня слил нахуй вообще конкретно. Слился лол. Донный. Есть такая профессия — донным в GTA играть, блядь. Вот это как раз про него. Дном в GTA играть. Ха-ха, хорошая шутка, да? Да. Нормально, нормально. Смешно, да? Заебись. Да, вообще так такое. Блядь, не в тему. Тебе не дано, блядь. Fuck off. В плане, что так от пивасика? Да ты чё, я вообще просто себя хорошо чувствую. Пьяным, чтобы быть, это знаешь, что надо выпить, блядь. Литр, пол-литра водки где-то, да, ну так, с закусоном, да, действительно, торкает, да, это так. Пол-литра водяры ещё садил, без... Да это мало. Понятно. Как, ну, пьёшь, потому что... Пить не умеешь, Эрбис, вот чё. Я не пью, я бухаю. И бухать ты не умеешь. Вот ты не умеешь, а я умею. Но мне похуй. На твое мнение. Ты же аватарка, которая бегает здесь, правильно? Правильно. Че, опять авиафраг запустили? Так, а где эти самолеты с военной базы? Ебаный в рот. Чую, пахнет нубом. Читай, покажи свою личку. Даже у меня патроны закончились, оказывается. Я не знаю. Натуре закончились, надо же. Что такое? Рот не порви, когда смеешься. А то будешь, как в том фильме, человек, который ходит и смеется, блядь. Человек, который смеется, по-моему, это по Стивену Кингу, да, была книга. Старая-старая. Человек, который смеется. А нет, ну не Стивен Кинг, я же забыл кто. Блядь. Давно это было. Один из первых английских фильмов у нас, которые показывали. О, заебись. Так, свалочка-то знатная образовалась. Блять, я даже стрелять стрёмно, ты изёвый вообще пиздец.
Изи. Кстати, заметил, да, эти грузовички не убираются нихуя. Так, ладно, ждем самолет. Ну да, он тут с кем-то играл, Димчик, он два раза проиграл. А где эти твари? Чё, не было ни одного самолета? Чё за хуйня? Где самолет? Я самолет хочу. Ладно, ждем самолетик. Не, он все равно должен слетать, даже если этот стоит антикопы, он должен залетать. Антикопы. Ну, этот, блядь, авиафрахт. Они все равно должны слетать с базы. Не должны быть где-то. Почему их нету, странно? Бля, пиздец, винтовка вообще. Взрывные, конечно, это угар. Ой, леди, сорян, я думал, ты мимо бежишь, а ты, оказываешься, воровать его хотела. Блять, патроны закончились. Бля, пиздец, как... Регулярно, блядь, в этот нахуй бегаешь, в трейлер. Много. Некоторым очень много лет. Ну как, немного, конечно, но в рамках игры довольно-таки много. Так, GD, за тебя деньги, по-моему, дают. Я с тебя эту хуйню убрал. Нет, не убрал, GD, странно. Я думал, с тебя награду уйдет. За тебя награду дают. А, все, убрала. Промолчу, ребят. Ну а нахуй ты с наградой бегаешь? Войдешь, сесть, и пидоры за тобой будут бегать. В другую. Если в душу помыться в доме, то она как награда попадает, ты знал бы? Что? Если в душу помыться, награда попадает. Это тут при чем?
Что за хуйню ты несешь, больной ублюдок? Нормально, корыто пизданулось. Ага. Где самолет с военной базы, сука, блядь? Что на шоссе идет боевые это, действия такие, это стрельба пулемета, пистолетов, автоматов, заебись. What's up, chief? What's up? There's no gun can't be fine-tuned and improved a little. Нормально так, чё? Бля, дети самолеты ебучие. Копов нету, блядь. О, кого-то убил, сорян. Так красиво подлетел лапками вверх, ыпкой, ыпкой подлетел, ыпкой. Нубный пиздец. Уйди от меня нахуй. Как это, научишься стрелять, подойдешь, скажешь, я научился стрелять, дядя Олег, готов постреляться. Тогда посмотрим, а пока идите КВ. Я бежал, не стрелялся. Я бежал в дом, у меня патроны закончились. Мне похуй.
А какой-то ноб убил, блядь, когда я бежал, это такое бывает. Хули, ну бы они все такие в спину. И все. Но больше никак. Потому что ну бы. Лохопеты. Personal touch. Бля, да где эти истребители ебучие, я не могу понять. Пиздец, свалку вдоль шоссе устроили. GD, как ты мог погибнуть? Я же Сидоза настрелял. Или ты рядом с ним был? Ну, Пашка рядом, да. Вроде попал. Блять. Сорян, бывает. Не боевые потери. Но тебя это мало утешит. Придется погнуть в могилке. Давай. Мы отдыхаем. Никакого желания идти кого-то убивать нет вообще. Просто какие-то тупники. О, солнце в сети. 3 часа ночи почти, нихуя себе. Вообще дичь какая-то, просто вырубает. О, швей тут. Я думал, он вышел.
Не знаю, как вы, блядь, рубит наглухо. Это просто пиздец какой-то. Интересно, пить третью бутылочку или не пить? В принципе, и так вырубаем. А, ты тампу взял вот этими с двумя этими, да? Чё? Да, прикольная вещь, это тампа. Ну. Ну вообще, ну она единственная с одного выстрела убивается, это факт. Я так понял, это сделать для баланса. Ну да. Хотя бы если бы одну ракету держал, все бы нормально было. Да, ну даже ракету. Да, одну ракету сложно попасть, на самом деле. Ирбис, привет. Привет, ты кто? В смысле? Ты чё? Мы же как полгода играем, он. Ты кто? Да, он бухой сидит просто. Да. Понятно. Ну, а что мне еще делать? Мне хорошо, заебись. Пиздец, блядь, патроны летят, ебать. Да мне нравится, когда анимация, она расстреливает, блядь, людей, просто пиздец. А что так мало народу? А нет никого в сети. Сегодня вообще что-то никого нет. Днем более-менее еще как-то было, а сейчас все. НЛО пошел сессию кого-то там убивать. Его вот оба раздели, он пошел кого-то убивать. В себя поверил, наверное, блядь. Нормально, хуй. Ебать, блядь, сито за нам тут хуйня пролетает. Только его увидел. Видно, уже, блядь, минут 15 как тусуется. Наверное, идти. Отошел, что ли? Да, и дальность стрельбы у тебя небольшая. Если 600 не поймёт, это небольшая дальность стрельбы. Нормально. Сегодня дуэли закатали 9 штук. Нормально. Кого закатали? Дуэли. Но я выложу на канале 9 видео, по-моему. Или, 12 видео. Сегодня конкретно пострелялись так. Да я без пулу просрал, вообще пиздец. Трефа просто не было, я ебал такие игры. Все, пиздец, свалка. Еще несколько машин с этими, с грузовиками из жопы. Видел, какой пулемет прикольный, смотри. Бронебойные у него стоят.
Взорвал, видел? Не быстро, конечно, но взрывает. Самое главное, смотри, у него отдачи практически нет. То есть в предыдущей версии он стрелял куда угодно, только не туда, куда надо. Теперь смотри, на дальнике долбит. Видел, какой разброс небольшой? Вообще небольшой разброс. Че, как мы неко поиграли? Нормально, там че, через три раза. Пролетел. А, в смысле, блядь. Я ушла, потому что Валя хотела зайти. Так мы там чела выгнали специально для тебя. Зачем вы его выгнали? А че ты ушла-то? А че вы его выгнали? Какая Валя, блядь, хотела зайти? Че ты гонишь? Вообще как-то так. Ну, Валя же хотела, я ушла. Че вы выгнали его? Валя с нами играла, в чем проблема? Ну, у них там дом 2 у девочек, понимаешь? Молодые еще, неопытные. Нет, там дом 2, там дом 3, блядь. С вами играть или что? Кто-то сдох. Нет, просто они же собирались идти на маньяка, а я просто зашла. Ну да, я же говорю, дом 2. Молодые, херли. Да, блин. Поколение соцсетей. Смотрят Дом 2, играют в соцсети, думают, что это какое-то отношение имеет. Я не смотрю Дом 2, Ирбис. Я не уверен. Вау, красиво. Спасибо, Вероник. Красивый кадр вам. Такой самолет приземлился и умер. Такая, знаешь, это боль. Да-да. А я не знаю, я не смотрю телевизор, извини. Я не могу ничего тебе сказать по Дому 2. Как и вообще по телевизору, а что там происходит? Не, ну судя по линии с Путиным, ничего не происходит, потому что он, блядь, просто уже не отдупляет, что происходит в стране, просто не знает, он не в курсе, не... Как ты Путина сюда приплел вообще? Мне интересно. Да и говорю просто, Дом 2, блядь, ты говоришь, это Дом 2. Путин-то при чем? Потому что я сказал, почему не смотрю телевизор, и просто сказал, что смотрел недавно по интернету эту линию с Путиным. Вот и все. Ты не можешь уследить за тем, что я говорю, не понимаешь причинно-следственные связи, это плохо. Ты не понимаешь. Это ты не понимаешь. Ну, видишь, начинается. Никакой же, пол-литра водяры еще пивасиком сверху подшлифовал. А хули там? Ты что, муп, что ли, не выпьешь столько? Все, я сам ухожу, всем пока. Ну, давай, удачи. Ну что, давай, спать, что ли? По ночи. Да, наверное, другую сессию пошел. Лол. Я сейчас. Ну, давайте. Всем пока. Ну, давайте, кто пошел, я буду еще играть. Я да. Тоже буду играть. Да, то уже действительно 3 часа ночи. Кликаем Веронику, пока она не вышла, народ. Чего надо сделать? What's up, chief? Attack is the best. Ха, все нормально. Am I right? Бедолагу умотал. Like a brand new weapon. Trust me. Пять, кушать охота, вот чё. Ну да, иди пожри. Дед, ты живой там вообще? Пожри пельмешки, блядь. Полегчает. И грамм 200 водочки выпей, будет заебись. Пятница у тебя, суббота у тебя прошла не зря. Так бы так с женщинами мутил и так далее. Так сидишь, говорит, а так вроде бухнуло хорошо. Согласен. Вроде как женщины нету, не так страшно. Ты... Давай, ребят, что-нибудь за жизнь расскажи нам. Ну зачем тебе за жизнь рассказывать? Сейчас фару чуваку вырублю, нам нахуй не нужна. Чувствуется ему нахуй ненужная фара вообще по-любому. Странно, чего вырубают?
Это из джипа что ли туда стреляет? А это ты? Ты там тяжело достаешь, тебе по ней спуститься. Чё эти боинги не летят, а чё за хуйня? А то есть своих базу упори. Всю площадку здесь уже засрали. Подошва с пупырышками. А, слышь, Вен, я сегодня нападал рофля и глэр? Или нет? Нет, а чё? А, понял. Да странно как-то. Они никого-то нападали? Ну, никого не убивали сегодня, пиздец, как по крайней мере, они говорили. А-а-а, понятно. Не, я сегодня в GTA только зашёл в 11 вечера. А да, то кто-то там, говорят, на них напал, убивал их из ЦРБшников, они пошли Нику убивать. Днем сегодня убивали. В принципе, молодцы, чё. Нику можно. И ещё вроде как Сапрошу тоже. Сапрошу в первую очередь вообще. Да, Сапроша. Сапроша какое-то малолетнее существо. На быдло вообще. Разговаривать нормально умеет, пишет тоже всякое. Ну, короче, быдло. Просто сразу матом начинает. Сапроша ж малолетняя дурочка, ничего страшного. Ну не малолетняя, но... Малолетняя, здесь, там мои... И 22, что ли? Ну да, наверное. Да ладно, я думал поменьше, вроде Эвил говорил. Потому что, как этот... Эвил говорил, что Ники 27... Сапроши в пределах 19 там и... А, и еще вот Оксана, да, тоже что-то там в пределах 20, 22. А тут такая, такая тупость 22, это бред. Ну что, в принципе, жертва ЕГЭ, хуй. Подытожил. Жертва ЕГЭ. Ну а как ты хотел? Она ну, была, она явно сдавала ЕГЭ 100%. А быдло, наверное, из деревни откуда или еще откуда-нибудь, блядь. Из ну, реально общаться нормально умеет. Из Мухосранска откуда-нибудь. Хотя хуй знает откуда. Да, я нормально, из нормального города. А. Ну ладно, чё. Видимо, деревню человека как бы не вытащить. Ну правильно, как говорится, бабу можно из деревни вытащить, только вот деревню из бабы никогда не вытащишь. Ну, всякое бывает, чё. Люди бывают. Для меня это аватарки, в принципе, мне похуй. Кто там, чё там? Не, бля, ну я с ней нормально общаюсь. Да, это понятно. Только ты, видно, один такой.
уникум, блять. Обычно все, когда видят некую сопрошу, говорят, вон видите, мразь, сидите и убивайте нахуй. Все сразу ломятся убивать эту шляпу, блять, что одну, блять, что вторую. Знаешь, такая толпа, блядь, жаждущих и страждущих крови, блядь, сразу резко нарисовывается. Гербес. Чё? Ты Лафритера знаешь? Нет. Вот Лафритер тоже чушка просто дикая. Я все знаю. Я знаю основные топовые банды топовых стрелков, но вот Лаврушка, или как ты там сказал, Лохушка, блядь, к ним не относится явно. Не, он ноунейм. Ну вот, видишь, я ноунейм не знаю. Просто... Еще Чилевили играет. С Чилевили они играют, Лафритер с Чилевили. Ты у Чилевили читы, короче. Просто вроде бы... Депортируют к себе, убивают. Вроде бы. У них у обоих нигер, и они просто сплитили этот нигер. Да хуй с ними. Придет красавчик, либо мод ихнему нигеру, блять, сори, Орева. Придет нигер, блядь. Причем быстро, как в той рекламке, чей? Блядь. Сосни нигерс. Помнишь? Сникерс и Обама рожа. Их еще не забанили, нет? Нет, конечно. Нет, еще и даже забанили. Чего вдруг? Да, нет, нет, никого банить не буду. Даже если забанят, люди возьмут новый аккаунт. Люди взрослые, работают. Что там, новый аккаунт взять сложно, что ли? Когда пальцы послать. Потому что он взрослый, люди работают. Они богатые. Они не особо богатые, чтобы еще один аккаунт купить. Жизнь больно. Они же говноеды. Кто? Ну они нищие, по-моему. Лафритер говноед, Чилевили говноед. А, ну, нет, все же насчет, я же про это говно не говорю, я уже давно про них забыл. Так-то они мне читы давали, ну нигер, когда у меня не был. Я на нигер сидел. Ну ничего страшного, у тебя все в жизни впереди. Че ты, будет ли у тебя свой Роллс-Ройс дома ставить? Успокойся. Только работай ради этого, как сволочь. И все будет нормально, и учись. Главное, учись. Лишь учиться, блядь, все у тебя будет. И квартира, и жена, и Rolls-Royce. И нигеров, блядь, и 200-300 аккаунтов GTA 5. Будешь детям говорить, видали, блядь, как лохов нагибаем, нахуй. Нихуя там кого-нибудь нагнул, как там ты говорил, Чилевили или там Шпилевили, да, блядь. Пивко хорошо зашло. Чё-то аж проснулся. Я думал вообще вырубись нахуй. Хуя себе там кому-то ракета. Да, спокойно. Давай, удачи, Швей, увидимся. Всех благ. Давай, покидай. Да, Нику надо как-нибудь выцепить одну и убить. Нет, я уже выцеплял и убивал. Хетов надо найти, что-то мы их давно, пидорасов, не видели. Я Жене сказал, чтобы если он увидит, чтобы нам свистел. Я так понял, он периодически на них вываливается, на хетфов. А где копы, я не могу понять. Да, авиафраг не может идти 40 минут подряд. Ну, мне тоже кажется. Либо Сиси нагнулась медным тазом, но этого не может быть. А, у тебя еще одна минута, пиздец. Как долго идет время, да? Как это, идет эти исследования? 3 минуты 20 секунд, самые долгие в жизни, бля, да? Блять, пушка вообще чума, смотри, на один раз машина Сидозна рвет. Просто, блять. 36 выстрелов, 36 трупов. А что мне еще делать? Я же деградирую. Я так не могу понять, почему пидоры с военной базы не вылетают. Одни должны вылетать. Еще раз я играю в GTA. Тут нет больных людей. По крайней мере, среди нас. Мы просто методично, аккуратно уничтожаем местное население. Кстати, заебись получается.
Лох, думал, его это спасет. Не спасло. Не надо, зачем? Сейчас копы появятся, будет весело. А то я как в пире лохов расстреливаю, даже интересно немножко. Хуя себе, там кто-то прилетел. Да нет пока копов, чё-то. Я знаю, но копов-то оттуда больше не стало. Появились. Появились? У меня чё-то нет никого. Сейчас зайду, выйду, может появится. Убью кого-нибудь. Там позагорелось. Там по не выдержал напруги. Интересно, как она, это сопрошив 22 года, ощущает себя ТПшкой? Мне просто интересно, как человек живет, блядь, 22 года и осознает, что он ТП? Это хуже, чем сосни Ниггерс. ТП быдло просто. Ребята, какое у тебя отношение к Нике? Убивать. Хорошее отношение? Любыми способами. А у тебя чем Халс? Ты ее любишь? Я слишком много знаю просто, поэтому... Ты ее в реальности видел? Я сейчас просто зашел тут, говорю, швею, я сейчас быстренько поубиваю никуда. Они с Интовым сказали, не надо. Я говорю, хорошо. Эта дура такую хуйню начала в чат писать, я хуел. Это как Таташка, блядь. Только Таташка там вообще отбитый дурачок. Со своими АУЕ, слышал? А, нет, не было тебя, Жиги. Как оно там орало про АУЕ, про какие-то принципы, какую-то хуйню. Дима там просто его порвал нахуй лоха, блядь, позорного. Какой-то Ярик или Таташка, я не знаю, как там дичь это. Как это дичь зовут, блядь? Ярик. Ну да, ему тяжело, наверное, в этой жизни, я думаю. Хотя реально насрать, блядь, ну это пиздец, просто такую хуйню нес, блядь. Блять! Даже надо же так себя убить собственным вертолетом, сука. Неожиданный поворот. Пивасик. Ням-ням-ням. Не, ну пушка с разрывными, конечно, тьмовая. Весь, блядь, вообще, сука, доставляет. Что, на следующей неделе будет обновление, правильно я так понимаю, во вторник, наверное, машинку добавят? Ну не обновление, там добавят пару контента, которые сейчас уже ввели. Там будут раскрывать тачки и раскраски для этих случаев. Да нет, главное, чтобы этот джип дали на это Shadow. Ну вот не факт, что в этот вторник добавят, там по-разному бывает. Посмотрим. Надеюсь, добавит его. Хороший джип, нам понравился. Стрелять они из него нельзя, правда. Он же больше держит, чем инсургент, да? Ну да, я же сделал про него видео, я сделал. Классная вещь. Кстати, а вот скоуп на тяжелую снопу и с термохуйней. Он же, по-моему, меньше приближает, чем обычный прицел. По-моему, одинаково, да, Джеди? Че говорит? По-моему, одинаково приближает прицел, который на этот, как его? На тепловизор, блядь, и этот, да? Нет, а на, ну, короче,
Нет, меньше он пробежит. Меньше, да? Ну идет как на это, на скорострелку там прицел. Но все равно, в отличие от скорострелки, там две градации скорострелки, а там больше градаций. На том, две или три. Ну не знаю, что это значит. То это самый нормальный тот, который максимум увеличивает. Нет, для стрельбы да. А если, допустим, ты в горах или во фримоде, то лучше брать, конечно, этот прицел с этим. Он же через здание видит. Я заметил, что очень много чуваков сейчас скрывается с меткой, и с типа визором можно изи их вычислить. Конечно. Ну это да. А никто конфиг игры не клацал там, не смотрел, можно ли как-то увеличить дальность прорисовки не объектов, а ну, игроков? Вот это да, короче, я тоже хотел, я эту тему искал, но я не нашел. Так. Маш, ну, говорю, то, что нет. Можно сделать как-то. Ну, вот мне рассказывали, что работает та хуйня, у кого Nvidia, выставить оптимальную настройку графики. То есть не обязательно максимально, чтобы это было. То есть она какой-то конфликт подключает. Вот, насчет Radeon не знаю, но вот мне там чуваки заливали, что вот я вот с Ирса мог почти любую яхту прострелить, и это типа не читает. У меня прорисовка не все получше будет. Блин, я хочу себе прорисовку получше. Я заметил, что большинство игроков могут дальше. Тут на чем стреляешься, а его не видишь, он тебя стрелит. Чем-то это жаль, так-то можно. А чего тут точно есть? Он, ребят, пойду, короче. Давай. Ну, удачи, пока. Чёрбис, ты сказал? Чпокайся, давай, иди. Чё я сказал? Я правильные вещи сказал. Золотые слова надо было сказать. Знаешь, правильные слова как звучат? Спарту мастер, ауе. Пошёл нахуй отсюда, блядь, сука. Окей, покажу. Упы. Смотри, самолёт, самолёт, сука. На, блядь. Крест. Да-да-да, слышу, скину потом. Ага, ладно. Да, Енига. Давай. Глохни, гнида, блядь. Взорвался, петух. Изи. Просто изи. Полетели самолеты с военной базы. Готовимся принимать лохов. Одного принял лоха. Снял лоха. А вот это наглость возле меня тут людей высаживать. Сербис. Да. А ты всех уже в ВК видел, кем играешь? Еще раз что? Всех уже ВКонтакте видел, с кем играешь? Нет. Только, по-моему, Таргимица я видел, Саида, больше никого. А, ну, Колю еще, да, по-моему. Потом то, что там Серега выложил, киллер, несколько людей, кого он выложил, Юниверсуса, Бибика и еще несколько человек он выложил. Все, больше остальных я не видел. Остропошу не видел? Нет. Ну, кинь в личку, посмотрю. Остропоша. Остропоня. Я не могу, она у меня, но я у него в блоке. А.
Не, почему ты все равно можешь скинуть ссылку на ее страницу? Какая разница, даже если ну, у меня ни сообщений, ничего нету, я ее найти не могу, как, ну, как пользователя ВКонтакте. А-а-а. Ну и хуй с ней, блядь. В рот ее чихпых, как бы сказал Шура Каретный. Правильно? Правильно. Стрёмная, наверное, какая-нибудь дурочка, блядь. Килограмм под 100 жрет всякую хуйню, блядь. Макдональдс. А прикинь, так смотришь, блядь, кто-то с твоей работы, думаешь, нихуя себе, блядь, нахуй ебать. На работе человека выйдешь, а, блядь, реально чмо. Блядь, черт, я чуть тебя не сбил. Я, понимаешь, самолеты караулю с базы военной. А, знаешь, кого я еще видел? Лену я еще видел ВКонтакте, точно. Какую Лену? Она с нами изначально играла, мы с ней когда познакомились, блядь, год назад. От с нее пошла вот эта хуйня, 34 патрона. 34 выстрела. Потому что было самое первое ПВП, это было с ней, с Леной. Но она неплохо так стрелялась, вот, лет 20, по-моему. Ну, как обычно, с этими... высокое самомнение с тараканами в голове, потом она нас всех удалила, потому что Бибик там, блядь, с крыши съехал, блядь, с читами начал с гудмодом играть, и она нас из-за этого удалила. Что, конечно, было немножко странным, но ладно. А сейчас она вообще не играет. Она из Собра. Андервадер, Андрюха, вот, может, знаешь его. Я иногда приглашал, с нами приходил играть. Вот с Максом играть. Сейчас у меня даже, по-моему, из друзей удалил. Ну, в принципе, ничего страшного, бывает. Не так быстро. Это нормально. Кто-то остается в друзьях, кто-то уходит. Ничего страшного в этом месте не вижу. Интересно, меняются. Крис, а у тебя ВК этой Эйли Роуз есть? Нет. Как ее зовут? На Л, по-моему. Эли Роуз, а ее разве Валя, не Вика? Господи. А ее не Вика разве зовут? Эли Роуз? Не, Валя зовут. А, Валя, да. What's up? Tell a lot about someone from their firearm. А еще какой-то Элвис Селвик добавил, тоже какая-то не русская. Тоже девушка. Много бывает девчонок, но как бы меня-то не интересует особо. Поэтому нам это похер. Ребят, ты у меня сейчас пассивки показываешься. Нет, я не могу быть в пассивном режиме. Ну ты в организации и в пассивке в то же самое время. Да, ну нахуй, я в как ты можешь быть в пассиве, находясь в организации? Ну давай я по тебе выстрелю. Стреляй. Если что, потом снимешь смотря. Да мне похуй, убивай. А Рева, я отойди, в раз... Рева, отойди. Блядь, реально? У тебя стоит эта хуйня, короче, и ты прозрачный, полупрозрачный. Сессия баганула, значит. А, вот ну сейчас ты у меня моргаешь, типа, пассивки и так далее. Ты знаешь, может глючит. 100%. Нормально, пацаны летели, к успеху шли. Не фартануло. Блять, фургончики стали убираться. Раньше такого не было.
Ну вот прицепы от фургончиков, они никогда не убирались, чем мне и нравились конкретно такие прицелы. Они не исчезали. Блять. Не добежал. Бутылочка пива почти закончилась. Половинка. Кстати, посмотрел сегодня «Рыцарь доспехов» фильм. Но вообще какие-то гейши, блядь, какие-то нахуй киборги, ебать, какая-то хуйня стандартная, блядь, просто пиздец, даже играть не умею. А еще Стрэнджа я посмотрел, точно. В нормальном качестве. Бля, заебался бегать, покупать эту ебаную пушку. Сколько можно издеваться над людьми? Так, надо повыше забраться. Так, это свой. Так, это Ева. Хуя себе, чувак, раз одного выстрела пизданул. Ладно, я тоже спокойно. Давай, ковыри. Да, ладно, иди. Нихуя ты, Орева, людей убиваешь. Так, быстрее сам убьешь. Всем спокойной ночи. Да, всем спокойной ночи, да. Убили. Вообще никого в сети нет. Прикольно. Поспать уже 3 часа ночи. Это нормально, Орел. Просто видишь, сегодня день что-то, ноги уже в отпуска ушли и так далее, просто не приходят. Я
О, Midnight Warrior присоединился к деке. Давай, удачи. Валинули. Мне чуть-чуть допить осталось. Some frustration you want to work off, huh? Bye. На этом все.